музыкальных клипа, связанных воедино идеей и талант детей национальности не имеет, были представлены на суд зрителей 6 сентября. Лидия Литвинова из Чедерлунги и Дмитрий Железогло из Киритлунги стали первыми героями гагаузского проекта «Медан Медиа». У гагаузской девушки очаровательные глаза и красивые волосы, об этом я пою в песне. Радуюсь, что у меня все получается и стремлюсь вперед. Я очень серьезно занималась. Мы 2 раза в неделю ехали из Чедерлунги в Камрад, чтобы позаниматься пением. Брали сразу 2 урока. Это тяжело для меня было. Потому что так, такой огромный проект для меня, это было вообще нонсенс. Лида, она такой разносторонний человек, у нее очень много интересов. И пока что она знает, что у нее главное – это учеба, английский язык. И сейчас ее очень интересует и волнует, вот она поступила в этом году в художественную школу, и она очень хочет в этом направлении развиваться. А поет она для себя, для семьи, для родных, для близких с удовольствием. Медан Медиа запустила новый проект «Танит Гагаузлу», что в переводе означает «продвигай Гагаузию». Через музыкальные клипы организаторы попытались развить мысль о том, что талант детей безграничен. Он не зависит ни от национальности, ни от географии. Вот эти 2 детских клипа сделаны были для того, чтобы поставить в центре внимания все-таки детский талант. Проект нацелен на продвижение детских талантов и одновременно имиджа автономии посредством музыкальных клипов, которые пронизаны чувствами любви и патриотизма к родному краю. Идея возникла после проведения национального конкурса «Игюнеш Чанджазы». Талант детей, их голосов невозможно было остаться на стороне и не принять участие в поисках возможностей для того, чтобы поддержать талант этих детей. Участники проекта впервые задумались о том, что талантливые дети должны быть поддержаны в автономии и стать известными за ее пределами. Они надеются на продвижение проекта и на его поддержку местными спонсорами. На мой взгляд, этот проект может продвигать не только детское творчество, но и историю успеха в Гагаузии, потому что у нас достаточно много людей, которые занимаются ремеслами, успешны в бизнесе, успешны в какой-то профессии. Первым, кто откликнулся на просьбу поддержать идею, стал один из молдавских политиков. На уровне даже детей, на уровне вот этих клипов продвигается патриотизм. Я думаю, что это дает оптимизм для того, чтобы мы были уверены в завтрашнем дне. В завершении презентации участники высказали свои мнения и дали оценку проекту. Действительно очень приятно посмотреть труд, который волнительные те события, которые происходят с каждым человеком, они дают некоторый импульс для того, чтобы дальше жить. У них есть уже какие-то творческие, артистические способности, и я уверена, что если мы поможем тем гагаузиям им дальше шагать именно по этому пути, который вот у них сейчас на этом данном этапе есть, то мы в скорости будем гордиться своими талантами. Я всегда говорю, я гагауз, спрашиваю, а кто это такой? Я говорю, это тот, который голову держит прямо, ровно и гордо. Для участия в проекте были отобраны победители детского конкурса «Гюнеш Чанджазы».